Хватит бегать с камеры. Я ни на чем не прокатилась, но мне страшно. Это понимает домашнее животное. Посмотрите, какие ноги, блин. Давай, давай! Приветствую вас. И у нас день сурка. И мы опять с вами берем и... В общем, загораем творчески. Сейчас мы играем в волейбол. Так получилось, что сейчас мы играли против немецкой сборной. Выиграли со счетом у нас 25-9. В общем, все хорошо. И пускай в футболе мы не очень показали, зато в волейболе мы спокойно нагибаем. В общем, ребят, такая штуковина. Ну, опять же, сегодня хотел видео для вас поснимать с 360 камерой. Оказалось, что у меня разряжена. Сейчас я ее заряжаю. И я думаю... На водном мотоцикле снимем хороший сюжетик. Ну, а сейчас пока снимать нечего. Девочкам дал задание, чтобы нашли какую-нибудь экскурсию. Посмотрим, потому что надоело мне быть инициатором во всем. Теперь пускай сами что-то делают. Ну, а мы сейчас с вами все-таки возьмем, посмотрим за игрой. Немножко поучаствуем, попрыгаем, побегаем. В общем, смотрим. Что-то я даже не ожидал. Кто же сюда? Да, 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 я уже понял, да. Еще выше? А, нет. Еще. Сами? Thank you.
все равно счастливы. И нам по барабану, что море грязное. Потому что мы сейчас возьмем и умоемся. Нет! И умоемся. Вот так. Отдыхать хорошо. Охота отдыхать в чистоте, ребят. Все-таки хочется, чтобы было чистенько, комфортно. Хватит бегать с камерой. Итак, ребят, такси, поедем в порт, немножко проедемся. Такси внутри чистенькое. Да? Hello. How is it for you? В общем, едем мы, ребят, прогуляемся, посмотрим, что там получится. Погода за бортом отличная. Так, ребят, приехали мы в самый центр. Этот центр ориентирован так же, как и в Сочи, морской вокзал. Сейчас идем в сторону морского вокзала. В принципе, ладно. В принципе, как в Орске. Ребят, местный дендрарий, видите, подписано каждое дерево, потому что в целом здесь зелень не напряженка, поэтому есть небольшой парк, где можно прогуляться, можно посмотреть, что здесь есть интересного. Да, почти как в Сочинске. Ладно, шучу, конечно, по-своему хорошо. Ух ты, блинский. Просунься в ту дырку. Смотрите. Интересно, не агрессивные? Уважаемый, можно ли у вас спросить парочку? Ладно. Кто-то понимает домашнее животное. Посмотрите, какие ноги, блин. Ух ты, блин. Привет. Тихо. Какой любопытный, да? Смотри, как у него глаз. Ты видел, как он моргает? Ага. Погладь его, пожалуйста. Яички продаются большие. Ух ты, нифига себе. Смотри на глаз его. Нифига себе, ты злюка. Вот ты злюка. А ты так моргает? Нифига себе, ты злой. Ребят, у них даже курица загорела. Вы представляете себе? Они даже черненькие. Вот такие вот у нас курочки, петушки и маленькие цыплятки. Ну, а мы с вами идем дальше. О, здесь у нас какая-то красивая уже. Здесь у нас маленькие попугайчики. Я думаю, даже их не увидите. Все. И вот маленькие, смотрите, сбежали. Ну, воробьи, да, круто. И вот, да, ребят. Большой кактус. Мы с вами идем дальше. Это у нас зоопарк. Центровой. Мы себе нагоняем аппетит. Все, и идем к тому самому козлику. О, привет. Кого-то ты мне напоминаешь. Кого-то ты мне напоминаешь. Привет. Привет. Иди на лифт побегай. А еще кормить сможем, там кормить вначале туда вас. Ну вот, ребят, еще здесь кролики. С утра их было двое. Но уже после обеда, поэтому их стало гораздо больше. Итак, ребят, смотрите, какой. Никого он не напоминает. Ой, какой хороший.
Ты кто? Маленький такой, как будто с просонья, да? Ух ты, шайтан. Мне даже страшно становится надо. Ох, блин. Вы слышите, ребят? Они тоже дырочки делают. Да. Да. Я много в жизни видел зоопарков, но этот... Ладно, для разнообразия сходить можно. Курочки. Маленькие курочки. Котик. Даже котика тебя пригнали. Африканская Индия. Котик из Африки. Котик из Африки. Бедный котик из Африки. А, ну индюки. Индюков я знаю. Чуть не съел. Нет, это не тебе. Вот такие вот, ребят, есть подводные субмарины. Прикольные. Чтобы можно было ехать и чтобы можно было смотреть, что там творится у нас под дном. Ну, блин, мне реально страшно такое останавливаться. Поэтому мы кататься точно не будем. А в целом, наверное, все хорошо. Итак, ребята, вот такой у нас портик. Точнее, у нас, да. Здесь у нас рыбалка, я так понимаю. Ну и здесь вот у нас тут же сразу же дома есть. А мы ищем ресторан, и мы его обязательно найдем. Итак, ребят, то чувство, как хочется есть. Поэтому батон был у нас полный. И больше ничего пока нету. Поэтому батон был весь съеден. Приправа, которая к морепродуктам была съедена. И теперь мы не знаем, на чем все у нас закончится. То есть это не надо было есть, да? Конечно, не надо было есть. Надо было подождать чуть-чуть. Забрали. Да, еда, еда, еда. Давай. Что ты скажешь? Настя, ты будешь фотографировать или есть? Вот это все мы заказали. Посмотрим, сколько же нам все это обойдется. В общем, продолжаем есть. Ну что, ребят, в общем, мы обедали. Морепродукты нам обошлись по цене в 7125 рублей. Думаю, наверное, все-таки это недорого, если учесть, что это на троих. В общем, идем с вами дальше. И вот она, Надя, красивая, с голой спиной. Итак, ребят, есть еще у нас такие вот лодки нанотехнологичные. Ну, скорее всего, это, наверное, рыбацкие. Я не знаю, а, вот, да, у них здесь это сети и так далее. И, скорее всего, вот именно на этих лодках рыбачат. Жесть, конечно. Ну, ничего страшного там нету. Все хорошо, все супер, все классно. В общем, ребят, идем с вами дальше. Посмотрим, куда же мы забредем. Шайтан корабль, смотрите. Офигеть. Такой большой. Здесь у нас происходит рыбалка. Уже стемнело, ребят, мы гуляем, все романтично, довольны. Такие цветочки оригинальные можете приобрести. Вот такие, вот такие, вот такие. В общем, гуляем, получаем от жизни удовольствие. Хоть где-то есть возможность потратить что-нибудь. Ну что, ребят, лошадки едут на лошадке. Лошадки. Так прикольно. Лошадки. Как тебе лошадка? Лошадка. Лошадка, лошадка.
Вот так примерно у нас в кабриолете катается. Вот так вот. Так же у меня в кабриолете катается. И так, и сяк. Ну-ка, давай, твоя очередь. Убери камеру, его тоже буду фотографировать. В общем, ребят, давайте поставим, покажу. Такие вот лошадки. Все хорошо, только бьет, да, лошадок? Настоящая принцесса ездит только на карете, правильно? Да. Да? Да. А вы настоящая принцесса? Конечно. Настоящая принцесса? Конечно. Конечно, настоящая принцесса ездит только на карете. Вот так вот. Меня везет Собчак. Меня везет Собчак. Собчак, Собчак, Собчак. Чак, чак. Давай! Итак, ребят, нас довезли на колеснице богов. Лошадка, лошадка, лошадка. И фотографирует, фотографирует. Ну что, вы не, лошадку что ли ни разу не видели? Первый раз мы хотели покориться. Да ладно. Вот такая, ребят, красивая у нас повозка была. И теперь мы идем в лагерь. Ну что, вот закончили сегодняшний день. Неплохой денек, кстати, был нормальный. Покатались на лошадках, пофотографировались. А теперь пора. Итак, ребят, идем по коридору счастья. И сейчас уже немного, и все. В общем, спокойной ночи. Поздравляю вас с днем рыбака. И поздравляю вас с днем семьи. И сегодня мы провели семейный праздник по-настоящему хорошо, по-настоящему прекрасно. Ну, хотелось бы, конечно, провести этот праздник все-таки в Сочи.